если бы сейчас сняли Ван Хельсинг, то есть сомнения. Но я думаю, даже если бы сейчас сняли Ван Хельсинг, и был бы граф Дракула как бы голубец с черными неграми, типа женами, так сказать. Вы представьте себе картину, чтобы Ван Хельсинг вбивал кол в негра-вампира. У сценаристов духа не хватит такое сделать. Они же хотели сделать ремейк Resident Evil 5. Помните, кто-то играл? Кооперативная она была игра на 2 человека, Resident Evil 5. И там ты в какой-то в Африке или типа того. Ну и там, считай, случился зомби-апокалипсис, поэтому все зомби — это негры. И ты вот всю игру ходишь, стреляешь негров. Опа, чел бежит из кровати. Сюрприз. Немножечко сюрприза молодому человеку. Потом афровампир вбивал кол в Ван Хельсинга. Мы сейчас, ну, про одно, да, думаем? Тить, а что за патроны у тебя такие интересные? Серьезно? Ты так играешь? Опа, блять. А ведь он не один, походу. Кажется, ходит вот там, справа. Да, там точно кто-то есть. Блин, а я туда хотел выбежать, направо побежать. Это единственный способ живым остаться. Можно, конечно, через дорогу попробовать сигануть. Но это прям плохая идея. Сметанка, здорово. Особенно слышно, как звезда юзается. Это прямо вообще вот это вот. Сантиметров 50, наверное, слышно. О, я же говорю. Тут патроны говно. Почему-то чел юзает. И чё, он пробежал? Это он? А, ну да, там же выход. Реально он... Окей. Белая каска, так у этого тоже белая. Белый Airframe. В смысле темный, белый Airframe? Вы чего, чат? Я
Я вот слышал, как этот чел бежит по второму этажу, а далее звука не было, поэтому я даже не смотрел в ту сторону. То есть он вот тут вот так пробежал, и все, а там дальше уже беззвучно было. Ну, не знаю. А, это фастем даже. Оказался эрфрейм. Тоже на рипах, кстати. Коллега, получается. Так. Да недостаточно места в инвентаре, я знаю. Сейчас БТР еще приедет, да? Блять, я надеюсь, ты не злой. Сумку не раздави, блин, только. Аккуратно. Там ваза, блядь, фарфоровая. Так. Друг. Как бы нам сейчас все сделать-то грамотно? Патроны хорошие слишком, чтобы их тут оставлять. О! Поехали отсюда нахрен. Она проканала же, да? Я надеюсь. Ух. Нога, рука, нога. Нормально. Киборг-хенд. Киборг-хенду в голову залетела пулечка. Пойдет. Это ролик. Патроны закончились. Вид! Вид, он меня убил, блин! Блин. Он меня топором прибил, он меня утает. Слушай. Офигеть, у меня просто закончились патроны. Господи, я лошара, я туплю. А где змейка? Привет. Ну, обещалась прийти чуть попозже, у нее там дело важное.
Ику, здорово. Спасибо за 224. Кстати, в полоску что-то оно не добавилось. Надо, походу, там поменять кое-что настройки. Так, ну-ка еще раз смотрим этот момент. Да, максимальная сейчас ситуация. Хорошая. Оп, ногу ему тоже отъел сразу же. Угу. Нормально залетело. Just buy аккаунт. Хороший, хороший тип. Спасибо, конечно. Не, нормальный чел. Патрошки его подвели. Сейчас 9 миллиметров. Очень слабый с новой броней. Так, надо поменять, чтобы донейшены в полоску залетали. Они мимо куда-то рассыпались, блин. О, брат. Это жулики. Тебе нравится, как они злятся на тебя? А, в смысле, а кому это не нравится? Ты что? Вспомните, у меня там видосики по PUBG, CS-ки, блин, свои. Там же, ты что, каждый, блин, матч это сразу же, шайтан читер. Так, значит, во-первых. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.